Сквозь тернии к звездам в Нарьян-Мар приехал космонавт-испытатель Сергей Куть-Сверчков. В рамках своего визита гость Заполярного края принял участие в проекте «Диалог на равных». Подробности в следующем сюжете. Из-за эпидемиологических ограничений формат встречи на этот раз был в формате интервью космонавта, рассчитанного на молодежную аудиторию. В интервью Сергей рассказал о детских мечтах и своей дороге к звездам. Космонавтом я не мечтал быть, но, насколько я помню, у меня были мечты о какой-то такой героической профессии, пожарной, например, либо военной. Что-то такое обязательно надо было мир спасать. Сергей Куть-Сверчков готовился к полету в космос 10 лет. Он отметил, что помогали ему в этом целеустремленность и постоянная работа над собой, воспитание выносливости на многочисленных тренировках. В самом же начале своей звездной карьеры поделился космонавт. Он планировал конструировать ракеты. А тогда была цель, задача сконструировать, спроектировать оборудование для станции, новые модули. И когда ты создаешь какую-то технику, надо думать о том, как эта техника будет эксплуатироваться, как люди будут пользоваться этой техникой. Надо сделать ее так, чтобы она была эффективна и выполняла те задачи, для которых вообще предназначена. А работали, использовали технику космонавты. И поэтому логично было бы спрашивать у них, как правильно делать эту технику, как это удобно. В ближайшие дни на официальной странице регионального молодежного центра «Молодежь Ненецкого автономного округа ВКонтакте» будет размещена полная версия интервью космонавта Сергея Куть-Сверчкова. Не пропустите. Катерина Тейбарей, Леонид Шишелов, телеканал «Север».